Другой вопрос. Ты играешь в футбол давно профессионально. Ты мог бы попросить Тикнезяна или его агента, чтобы он тебе помог устроиться в команду уровнем выше? Мне кажется, да. Почему нет? Можно попросить. Он добрый, отзывчивый человек, может помочь. Почему человеку. Не просил до этого, вот до сегодняшнего дня? Наверное, не додумался еще. Видишь, и Бог все увидел и подарил тебе Черданцева.